Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, канал Ни Слова об играх, и мы продолжаем проходить Gran Turismo 3 A-Spec для второй PlayStation и на второй PlayStation. Так, ну что, в прошлой серии мы с вами одолели один из раллийных чемпионатов на вот этой вот целике. Не все было гладенько, но мы все-таки смогли и заработали очередной аппаратик. Вот, хотели с вами что-нибудь продать из раллийного, ну так мы, наверное, сейчас и поступим. Давайте выбирать, что нам продать методом исключения. Так, смотрите, у нас есть, значит, эскорт, у нас есть целика, причем целика прокачанная уже. Вот, есть лансер, шестой, ага, на котором мы, ну, вообще-то ездили, но та серия, я вам говорил, она не попала на мой канал, и поэтому можно сказать, что мы с вами на нем не ездили. Поэтому ладно, лансер мы тогда продавать не будем. Целика у нас прокачанная, поэтому ее жалко продавать. Эскорт. На эскорте вроде как мы ездили. Кстати, эскорт можно продать, если что. И что нам еще фокус дали, да? Фокус. О, 87500. Ну, фокус, получив в прошлой серии, мы, естественно, на нем еще не гоняли. Нулевой он. А, ну да, дистанция пройденная нулевая. Так, а давайте эскорт глянем. На эскорте ездили, по-моему, первый сам. Да, 96 километров у нас уже на нем наезжено. Поэтому, в общем, предлагаю скинуть эскордик. Вот, 87500, не самый дешевый. И тогда мы... Так, ладно, прощай, товарищ. Ты нам помог. Продаем эскорт. И чем мы займемся в этой серии? Я вам говорил, что мы либо пойдем в лицензии International, либо пойдем в чемпионат. Так, а чё я вышел из гаража? Я все-таки решил, что мы пойдем в чемпионат. Надо бигинер добивать. Чё нам International сейчас проходить? У нас еще самый первый бигинер не пройден. И поедем мы в большой чемпионат, который состоит из 10 гонок. World Championship, он, по-моему, называется, by Gran Turismo или что-то так как-то. Ну, все мы его знаем, это в предыдущих частях был как бы последний чемпионат. Так, и я вот думаю, на чем туда идти. Либо я склоняюсь либо к NSX, либо к Skyline. Либо, как вариант, еще можно вот Nismo взять. Блин, ну что-то как-то мне больше хочется на Sky. Давайте Sky возьмем. Мы на нем мало совсем ездили, так. Поэтому давайте, да, возьмем, наверное, Skyline. GTR V-Spec. Так. А у меня на него что-нибудь, знаете, колесики. О! Отличненько. Куплены. Летишка, летишка. Как я люблю двойную звездочку. Item fitted. Fitted. Так, ладно. Теперь мы его подготовим к гонке. Давайте зайдем в GT Auto, посмотрим, что там, как у него. По-моему, естественно, чтобы все спонсоры были видны, чтобы он блестел, чтобы бликовал, чтобы соперники слепли. Вот и вылетали. Да. Красавчик. Правда, он и так был чистый, конечно. Почти не ездили. Ну, я так думаю, что Change Oil, да, не надо ему. Колесики мы только что поменяли. Так, хорошечно. И надо его подпрокачать, потому что это, блин, последний чемпионат. Пусть это бигинер. Я не думаю все-таки, что там будут полностью прокачанные машины. Но, блин, они будут прокачаны. Давайте
Я сейчас даже не помню, что у нас на него куплено. Вполне возможно, что ничего. Так, давайте его облегчим, короче, первую стадию. Как обычно. Так, чисто подтюнем его с легонца. Так, покрышки. Вот что у него за покрышки? У него, наверное, вообще стоковые стоят покрышки. И спортивные. Нет. Понятно. О, вот что на него куплено. На него куплен супер хард. Что-то как-то супер хард. Он слишком супер. Слишком хард. Давайте среднюю купим. Потому что ставить на него супер софт это слишком для такого чемпионата, я думаю. На медиум будет как раз, я думаю, будет хорош. Так, пиочис установлено. На него можно даже параллельную резину поставить. Так, ну что, что-нибудь в турбине маленько купить. Так. А, у него и так маленько что-то куплено. Спортивный интеркулер. Или давайте не в турбине, а... Сейчас, давайте на него ходовую купим. Чтобы он у нас разгонялся лучше. Даже, в принципе, при... при стоковом моторе разгоняться он все равно у нас станет лучше. Так. Сцепление маховик. Райшафт. Коробка, да? Customizable Racing. Ну, давайте. Блин, ну нехило, да. В механическую-то часть все равно вкинулись. Так, LSD. Не, LSD я что-то не хочу покупать. Так, и давайте, наверное, в движке что-нибудь поменяем. Так, ничего здесь не куплено, да? Или что-то куплено? Компьютер. О! Давайте на него Racing чип поставим. Мы, как знаем, он неплохо добавляет при очень низкой цене. 327 лошадей. Но я думал, чуть больше он добавит, если честно. Ну ладно. Пойдет. Пойдет. Почти 330 лошадей. Так, фильтры сколько добавят еще? 350. Стоит, не стоит. Давайте еще его возьмем. 300 лошадей все-таки это мало, я думаю там. И все равно мы будем, скорее всего, проигрывать, конечно, по лошадям. Так. Покрышки купили. Так, ну тогда уже и тормоза купить. Хотя сильно мощнее он у нас не стал. Ладно, давайте тормоза еще возьмем. Ну, получилось так неплохо, мы его качнули. Нечего. Хотя самое дорогое мы все равно не покупали. Самое дорогое у нас это турбины, это подвеска, регуляторы всякие электронные. Так, ну что, теперь у нас Sky превратился в достаточно, я считаю, грозное орудие. Посмотрим, короче, я не знаю, что там за машины гоняют в чемпионате. Вот, последний чемпионат в Beginner'е. Gran Turismo World Championship, ну да. Хотя, непонятно, по какой причине в Beginner'е оказался такой чемпионат. То есть, мы знаем, Beginner это самый начальный чемпионат, и, по сути, вообще что-то не любительский. Почему здесь оказался этот чемпионат, не очень понятно, ну да ладно. Оказался, значит, надо ехать. Что же, погнали. Давайте посмотрим информацию. Десяточку давать за победу. 10 годок. Гонок есть шанс соточку заработать. Так непонятно, какой приз чемпионата. Короче, ограничений вообще нет. Тут, в принципе, сейчас могут вообще оказаться супермонстры какие-нибудь. Но я все-таки не думаю, что... Beginner'е нам что-то сюда прям серьезное поставят. Я думаю, будут такие машины около 400 лошадей. Что-то
и не шибко прокачанный на ходовую часть. Наверное. Ралликар, 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 ралликар. Сильвия? Да ладно, вы шутите. А почему здесь ралликары-то? Блин. По лошадям они, конечно, слабее. Хотя как слабее? Они, может, тут вообще прокачаны на полном. Я понять не могу, почему здесь раллийные машины-то. Странные. А, и Сильвия. Ну, Сильвия... Давайте квалификацию проедем, посмотрим, как мы будем на фоне их. Уж ни разу не было, уж квал не ездили, да? Qualifying starts, что-то там. А, ну, наверное, сначала разогревочный. Вот, чтобы сразу понять, потому что вот, вполне возможно, что мы будем сейчас сливаться... Все-таки ничего себе, здесь раллийные машины, а они полностью вкачаны, пусть они не сильно мощные. Хотя тут все тоже зависит от наглости разработчиков. Поставили ли они сюда вообще полностью вкачанные раллийные машины, или они по 100 тут есть, 300 сильные. Чемпионатов дофига и так, там ты с ними сражаешься поодиночке, зачем ставить? Тем более чемпионат называется Gran Turismo World Championship. Ребята, ну чё? Телефоники, как так-то? Чем вообще думали? Как в чемпионате мировом по Gran Turismo ездят раллийные аппараты? Я чё-то я, наверное, не понимаю. Прямо в прямом эфире, так сказать, их времена. Вот это круто. Вот за это респектос. Прямо уважуха. Молодцы. Потому что, ну, как вы помните, там в квале, допустим, первый Gran Turismo, только там она у нас была, в предыдущих частях, там ты вообще не знал, какое время, пока квала не закончится. А здесь ты прям видишь, что вот уже Сильвия зала время пола 1:59, и все, уже по этому времени лучше ориентироваться. Вау, мы на 2 секунды почти идем быстрее, и сразу, да, по секторам, то есть тебя ведут уже. Блин, чё ты, слушайте, вообще круто, мне нравится, и это прям фишка крутая поведение. Прям может даже сейчас квал начнем ездить. Таких вот чемпионатов, типа как сейчас, когда не знаешь, на что ты способен на фоне соперников, вообще какие у тебя соперники. Очень круто. Очень круто сделано. То есть над этой частью тоже поработали. Не просто так прикрутили квал. Тоже думали, сидели, а чужды на ножку. Где-то подглядели, какая разница. Оо, 1:55. А чё, ещё ехать можно? Сколько тут кругов? Мало. Да,
А, веб 2 и нету типа из скольки? Второй, просто второй дух. То есть, короче, здесь квала еще и... Так, потому что по времени второй начинает. Нет, время идет вперед. Ага, вон еще что сделать. То есть не один квалификации. Хотя смысл мы и так перебили почти на 4 секунды время Сильвашки. И смотрите, Сильвия-то среди раллийных агрегатов лучшая. Так что, видимо, раллийные аппараты не такие себе здесь. Качественно. Хотя фиг его знает. Может, там разница. Ладно, это в любом случае последний. Черт, мне прям нравится. Хорошо, что мы сюда зашли. Мне нравится квалификация. Какой она стала. Более правдоподобной. Более реалистичной. Так, да, и третий пошел. Ну да, видимо, тут работа ничего-то намутили, что без конца ее можно катать. Так, а как вот из нее правильно выйти, чтобы просто exit, да? Are you sure? Are you sure? Ну ладно, sure. Не сбросился результат, надеюсь. А, yeah, мы на поле. А чё, времени нету? Так, one race, two laps. Два круга всего будет. Вы серьезно? В финальном чемпионате два круга. Вы, блин, в раллийный чемпионат пихаете последнюю гонку 7 кругов. А здесь всего 2. Могли бы хотя бы 3 сделать. Ладно, поехали. Прикольненько, прикольненько. Сильвия вторая стоит. Чё, раллийные ребята? Открывали вас? А, со старта вон она, да, на задний привод ходят раллийные аппараты. И, кстати, все тут четырёхходовые, кроме Сильвии. Получается, да. Видимо, они все-таки да, потому что если судить по цели, как по нашей, когда она полностью прокачана, ралли, у нее больше 400 лошадей, и у нас сейчас 400 даже нету, у нас 350, да? Вот, и они как бы так. Лошади не прокачивать. Просто ходовую сейчас. Вот ходовую, то, что мы всю почти качнули, это хорошо, потому что здесь машины уже такие. Есть гоночные. Ну, в этом я не заношился. Я думал, все-таки будут не вот такие. Ух ты! Смотрите-ка, кто-то уже тут нос свой пихает. Так, ладно. Я думал, здесь не будет все-таки гоночных машин, а будут, ну, такие средненько прокачанные мальчики. Я думал, по лошадям будет точнее. По-моему, вот этот чемпионат есть во всех лигах. Бигинер, аматюр. Просто соперников увеличивать. Так,
тебя там явно это, в той группе лидера, она даже там где-то у нас покушалась. Я думаю, тут достаточно было бы, да, резину прокачать и именно механику. То есть купить все для коробки передач, цепуху новую гоночную, пуховик и гоночную коробку передач. Мне кажется, это будет достаточно очень. Ну ладно, это все первая гонка. Кстати говоря, Токио R246 это такая трасса, я что-то ее не совсем понимаю. Посмотрим, что будет дальше. Воу! Она прям в хвосте у нас. Она вот здесь накатывает хорошо. А, она вот в том повороте затяжена влево. Право. Она прям накатывает. Так. На последнем повороте надо косячиться. Где-то есть вот этот стал. Хорошо. Два круга. Здесь, с другой стороны, аж 10 раз серия будет длинная, ребят, так что приготовьтесь. А, не дотянулся я на время. Ну, все-таки так, ну, топлива больше, конечно. Да, ну да, вот получается еще и два фокуса здесь. 4 раллийных машины, и из них 2 одинаковые. Да, Сильвия их уделала, и я уделали их всех остальных. Что дорожные тачки рулят. Да я вообще не понимаю. Блин, почему рули? Че, в этой игре такой напряг с гоночными машинами, ну я не знаю, там класса ДТМ какого-нибудь, GT. Что здесь нету Мерседеса C-класса ДТМовского или там Opel Astra какой-нибудь. Конечно, есть. Четвертый они есть. Так, ладно. Смотреть реплей мы не будем. Так, next. Не, ну начало было такое основательное. Хотя и не разгромно. То есть Сильвия там так билась с нами. Бой дала, в общем-то. Так, квалификация. Давайте, наверное, мне что-то понравилось прям квала. Давайте я буду один круг проезжать, независимо от того, закосячил я или нет. Просто вот едем один круг. Представим такие правила. Как это было, помните, в формуле эти начала 2000-х. Что у каждого пилота в квалификации есть всего один быстрый круг. Все. Выкладывайся как можешь. Закосячил, второго шанса не будет. Спиду. Сейчас посмотрим на скоростной вот именно на трассе такой. Опа. Автодрибер. Мой английский is perfect. Так, поехали. Кто тут у нас уделал? В принципе, слип-стримчик даст. О, Сильвашка. Так, а, первый такой у нас не зачет. Вообще гениали пройти. Если смотрим, конечно. Фокус уже не появится. 40. Вау, Сильвия 42, тут 44. Да, Сильвия. Резина не держит. Дай мне слепстрим, дай слепстрим. Так, это круг какой-то.
Четко? А, все, да, полно. 41,9. Ну и мы меньше, чем на секунду. Так, ну все, тогда ладно. Тут короткие круги совсем. Блин, четко, мне прям квалификация нравится. Классно, что ты прям видишь. И они на трассе. В первой этой части, понятно, все обусловлено техническими ограничениями, что ты прям вот на трассе с ними едешь, то есть где-то можешь там в слепстримчик попасть, а где-то они могут что-то решать. Ух, как мы стартуем, хорошо, готовы, ГТР. Чётенько. Выпуливаем просто. Так, главное не давать. Потому что еще зависит. Пускай едут как хотят. Между собой там как-то пытаются. А, здесь 4, правильно, совсем короткие. Хоть тут не 2. Пошире заходить. А, уже жужжат, жужжат где-то. Казалось, что они прям вообще плотненько едут. Фокус пока в той группе лидирует. Себя прям очень комфортно чувствовать. Стоит чутка затупить, и вся ватага проедет меня. Вы гляньте, как они там плотно едут, кто-то один только отстал. Шмарик, надо плотность. Ох, второй круг почти похож, точнее последний. Опа, Сильвию затыркали аж на четвертое место, ну тем прикольней, слушайте. Эскорт, фокус, целика что-то осталось. Чем они больше будут друг у друга там очки отнимать, тем лучше. То есть у нас не один соперник, явно выраженный Сильвия. Сколько вот сейчас? У нас две победы. Мы уже не сможем 100 очков отнимать. 10 из 10. Ну нет, что-то я рано смотрелся. Еще 8 победил. Так, всего 9 очков. У Сильвии 7, 7, 6. Короче, плотником они там едут дальше. Это хорошо. У нас уже хороший такой отрыв. За две гоночки. Так. Прикольно, смотрите, как сделано. Асфальт какой-то. С парением воздуха дышится. Блин, классно. Красиво, конечно, красиво. Так, идем дальше. Next. Что у нас там следующая за трасса? Так,
Что это? Trail Mountain. А. Trail Mountain. Вообще трассы пока нормальные такие. Так, поехали также к валу. Один круг. Смотрим. Пока все такие разнотипные трассы. Чистый воздух. Блин, ну красавчики все-таки, молодцы, что они вернули квал, да, еще в таком режиме. Нет, прям полифоники. Я вам сейчас поаплодирую, спасибо. Ребята, мне прям нравится. Пишите в комментах, а вы как, ну, я-то, понятно, третью часть гран-туризма играю впервые с вами, а вы как, гоняли квалификацию, если нет, проходили, или вам было пофигу, с какого места стартовать, и вы прорывались с шестого, ну, может, на каких-то особо сложных чемпионатах, потому что, ну, вот это такой неоднозначный. Стали квалификацию собственно ездить. Непонятно было, где мы окажемся среди соперников. Сейчас тогда время пришло на старт. Полифуинг. Фокус. И на поле позиции. А, и тут же его опять Сильвия перебила. Время, правда, не глянул, какой был фокус. Ладно, Сильвашка на 33.3. Воу, секунду и две уступаем, ничего себе. После первого сектора, ничего себе. Ну там скоростной, чё, она быстрее нас. На скоростном секторе, да ё-моё, снесло. Это да, скоростная, тут вообще сейчас прямик такой длиннющий. 1.6, еще 4 десятки. Сливаемся, Илюхи. Ну вот, видите. Так, ладно, может, еще третьего сектора. Вошел в эсочку. Перетормозил, мне ничего не получится. Да, 2.1, еще 8 точки слили. Капец. 2 секунды уже. Сейчас последний. Это результат плотный. Ай-яй-яй, снесло. Короче, вообще закосячил. 3.2, 1.36.6, четвертое время. Ну все, я как говорил. Ох ты, это сильно красиво. Воу! Ладно. А, она еще улучшила. 1.32.7. Круто. То есть, сколько мы кругов как бы едем, столько и они. То есть, они тоже могут улучшать. Ну, прикольно, прикольно. То есть, ты типа один круг проехал. И они по одному. Если дальше едешь, то они тоже улучшают свои времена. Класс. Четвертой позиции. Я помню, вот в первой части, оно как-то в квалификации было в основном так, что ты либо первый, либо последний. А попасть в вилку между ними очень просто. Ух, с четвертого. Так, надо Сильвию обойти, пока она там с фокусом двигается. Коробочку, коробочку, фокусы ее взяли. Сильвашка, дай проеду! Брысь. Ага, по внешней прошел. Пойдет.
Все, сейчас надо, главное, не давать себя пройти. Сейчас Сильвия выйдет на второе место. Тихо-тихо, фокус, держись. Опа, опа. Опа, Сильвия, вот она, Сильвия. А тут фокус. О, ты как он просто просочился прям. А, так, Сильвия тоже пролезла. Просочился, на лыпе держимся. Она на первом секторе гораздо быстрее прям была. Там по чуть-чуть сливали дальше. А на первом там больше секунд сразу отыграла. Эй, куда ты несешься? Воу! Нет! Блин, пролезла все-таки. Ну, если бы я не притормозил, меня бы самого вынесло. И еще бы кого-нибудь пропустили. Тебя понесло-то. Так, все, тихо. Надо, блин, хотя бы второе место не отыграть. Давай. Блин, дай, парень, я на тебя облокочусь. Спасибо. Так, все, последняя шикана. Тупить бы здесь. Блин, да, Сильвия вообще вне конкуренции здесь. Кружочек ее... Ай, блин, там фокус накатывает! Ух! Блин, вот это финиш был. Да, вот здесь как бы это... Были явно медленнее. Так что, рано радовались. Чемпионат, блин, только значит, набирает обороты. Трасса Сильвия быстрее. На скоростных получается. 26 на 19. Так, было 11 очков, стало 7. Да, 4 очка. Блин, ну тут могло вообще все быть. Я мог и вообще четвертым финишировать сейчас. Там сразу два фокуса было. Фокусничали. Так. Так, ладно. Это какая? Третья была, да? Третья трасса. Наверное, около часа с вами будем ездить. Так, это что у нас? О, Мидфилд, да? Блин, Мидфилд это тоже скоростная трасса. Ладно, сейчас посмотрим по квали. Раньше времени не сдаемся. Блин, что с полифониками происходит? Вы ничего не добавляете оригинальные свои треки в этом? Жди спорт. Реально, раз ваште вы своих. Что вы там такого? Что в вашем супер серьезном симуляторе на Prism Sport появится нереальный раз. Вот прям, кстати.
более там, по-моему, уже есть реально. Они, правда, новые, с нуля свежие. А тот же Dragon Trail, например, это вот раз и нет, если мы же с вами не смотрели. И Сальса Виллыч, так еще у нас тоже нет. Ну, то есть там пару-тройку раз есть нереально. Сначала думал, может они старые вообще не хотят обновлять. Ну только типа набью. Блин, тоже это не так. Так уж. Холстяк фокуса. Не сильная. Ничего сильно не смогла перебить. А, тут фокус вылечит. Второй фокус. О, на полсекунды у него быстрее, так хорошо. Короче, мне непонятно, почему они не добавляют свои классные оригинальные трассы. Неужели, по крайней мере, в нашем сообществе русскоязычного гран-туризма, я же знаю, что многие хотят видеть оригинальные трассы. Неужто разрабы не отслеживают пожеланий игроков? Либо западные игроки не хотят видеть оригинальные трассы. Но я в этом очень сильно сомневаюсь. По разрабу пофиг. Какие-то еще есть проблемы помимо этого. Да ладно, 85 тысячных, да вы что шутите? А, еще и Сильвия один фиг улучшил. Я вообще третий. Ну ладно. Договоренность есть договоренность. Один круг. А, ну блин, битва будет плотной. В принципе, очень плотные результаты, конечно, там. Нифига, 85 тысячных от фокуса. И там Сильвия тоже прям буквально на тысячные еще превзошла. Фух, классно. Блин, мне нравится. В серединке будем стартовать. Давай! Со старта погнали. Давай, фокус, обходи ее. И не давайся. То есть у тебя есть шанс. Ты быстро. А я вас обоих должен делать. Едем, едем. Да блин, куда ты нахрен? Песок-то. Фу, блин. Хватит, вы не выйдете здесь сложно. О, по внешне пошел фокус. А-а-а, красавчик. Молодец! Молодец! Так, залезем где-нибудь. Залезем. А сюда. Тоже не полезем. О! Сорян, мужик. Оу! Повело. Вау, 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 как тут накатили. Во, где он теряет. Сильвия-то вроде там нормально прошла, а он... Полноприводный монстр. Поворачивается у него херовенькая его снесла. Блин, опять сильный. Квалификации все были близки. Открывается. Мадама. Так, ну что? Надо не затупить. Сильный, так. Скайчик, давай, 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 опа. Тихо, блин, куда ты, елки-палки? Фига. Так. Рано я обрадовался.
десятки. Так, что, втупишь здесь? Давай втупишь. Не, она действительно, этот поворот лучше проходит, чем... Давай, Скай, давай! Давай! Давай, 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 давай! Давай, нет! Проиграл, что ли? Вы видели это? Вы видели? Так было. Ох, вот это напряг. Ё-моё! Давали бы за разницу на финише, типа, о, раз финишировали бок о бок, значит, не 4 очка даем разницы, а там одно всего. 10-6, 10-9. Ребята, вы так на равных сражались, что прям вообще. А это у тебя вообще второе место, оно как первое, поэтому давай мы тебе вообще 11 очков дадим. 32-29, вы гляньте, за две блоки это крутяк вообще. Четвертая гонка. Ух. 10 гонок хотел выиграть, да? Вот оно, пожалуйста. Начало было, две гонки выиграли. Сейчас прям такое все неоднозначное. 26 тысячных. Обалдеть. Кстати, вот финишная прямая на мидфилде, я уже вышел с ней бок о бок. Если бы я вышел чуть-чуть позади, чтоб смог бы разогнаться позади нее, я бы ее, скорее всего, обошел. А так как мы уже вышли бок о бок, у меня не было возможности за нее встать. То есть все, мы уже кто кого. И чуть-чуть я накатывал, но, блин, черт, не хватило. Обалдеть вообще, вот это да. Так, ну что, Лагуна Сека, Qualifying. Так, что-то я за Лагуну Секу-то переживаю. Кстати, да, вот здесь могут на Лагуне слиться. По идее-то вон туда выход. Спидстоп вроде как. Шашечки. Кати, вообще красота. Блин, я от финиша на мидфилде, я же припотел. Так, погнали. Сейчас, кстати, от квалификационного круга много чего зависит. Так, все, Сильвер уже взлопал. С первого раза. С первого круга. То есть у нее, скорее всего, соперника вообще не будет. Сильвер на мидфилде хотя бы. Что-то с ним. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Они вон накатывают на меня, они, блин, быстрее здесь.
А вот дашь тебя, вроде входил нормально, блин, там матч, наоборот, конечно, классный. Штука. 3,5 секунды. Да. Это будет сложно. Тут как бы вообще не слиться. Тут какие-то очки заработать. Больше, чем одно. 5 секунд, офигеть, 6-й, ну да, 6-й. Не, ну чё, ладно, как обещал, один круг. Всё. Ух-ух-ух-ух. Блин, тут бы кого-нибудь хоть зацепить. Плохо времени нету, кто какое показал. А, типа, можно ещё раз, да, её включить. Ладно. Надеюсь, там в борьбе они чуть помедленнее будут ехать. Так, наша целика, с помощью которой мы Брезу побили. Тебя бы еще зацепить сейчас где-нибудь, пока вот в начале тут не разбериха это. Я думал, ее так широко понесло, сейчас вылетит. Блин, все, уходит, начала уходить, все, и хрен зацепишь. Теперь можно только минимизировать потери, елки-палки. Вообще, короче, главное правильно войти в ту поворот. Вообще даже газ не выбрасывать. На E3. Пока, блин, держимся более или менее. Главное, чтобы не дисквалифицировали за эти бонусы. Чуть-чуть подотыгрались. Мало. Поближе бы вот здесь быть. Одна и одна, да ладно тебе. Тихо. Так, ну все. По идее, она должна выйти на одну очку вперед. О, 1:31,8. Вот, блин. С таким бы временем я бы, конечно, поближе где-то к ней был. Сколько это? 5 секунд ей проиграл. Не последний был, может, в первом повороте. Ее бы зацепил, тогда бы, может, я не пропустил бы больше. Ладно, что есть, то есть. А! Получается, 2 победы, потом 3 вторых места. Ну, это хорошо, что еще так получилось. Что получилось финишировать вторым. Всего 4 очка и уступить. Да, сейчас одну очку все.
Так, пятая половина чемпионата позади. И она вышла вперед. Че я нажал? Че? Подожди, а еще cancel. Кого? А, нифига, я exit нажал. Че происходит? Погнали. Так. Надо отыгрываться. Где-то. Так, а следующая трасса у нас оказалась Сиэтл. Ой, тоже, блин, не лучший вариант. Вообще ее мало помню. Ладно, квалификация, квалификация. Надо сейчас в квали прям вспоминать ее очень быстро. Так, она вот туда. Прямо или обратно. Да ты чё вообще, он что-то в этот поворот не это. Явно тут что-то. Да ёлки-палки, чё с тобой происходит? Чё-то тут пол наполовину бетон, наполовину асфальт. Вообще себя машина. Я хотел пошутить, что явно что-то делал с асфальтом. Машина не шутка, действительно так. Да, забыл, я забыл поворот. То есть я как бы направление их помню, но что-то забыл. Видна какая у них. Ой, соответственно, и где-то Мапекс, короче. Сейчас очередной будет слив. Вообще выход. Ой, блин. Закосячил. Первого-то сектора. Да твою мать! Оу, спасибо тебе! Сволочь ты такая. Так бизнес не это вообще не дело. Хоть еще не улучшит. Может, ее кто-нибудь там пройдет, мама. Ой, жесть. Хоть не шестым, давай. Пятый. 4 секунды. Ой, блин, кошмар. Ладно. С пятого места, с чистой стороны трассы. будем стартовать, ё-моё. Вообще палево. Ну, такая широченная еще эта трасса. Причем в прямых. Поворотов, главное, узкая очень, она широченная.
Давайте, чё вы, ну хотя бы на старте вы её проходили. Вы ж... А, пошёл, да? Пошёл. Так, блин, одного фокуса уже уделал. Зараза, блин, сколько же она быстрее, а? Тихо, 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 блин, вообще, ура! Как же ты себя неадекватно ведёшь-то, а? Тихо, блин! Вообще, как будто не на сликах еду, а на дорожке обычно. Еще себя массировали здесь, еще. О, она уже и второго фокуса нет. А, ну он сам приключился. Красавец, конечно. Да куда ты носом-то пихаешь? Плюешь. Придурки ее, да? Конечно, пропустили, блин. Вдвоем не смогли, да вы че нахуй? Зажали бы ее как-нибудь, один оттормаживает, другой отрывается. Че вы командную тактику никогда не применяли, что ли? Так, блин, надо хотя бы их пройти. Что совсем? Ай, да почему тут так узко-то, а? Еще и целик пропустил. Чё, блин, тоже форсировалось где-то? Чё? Да, пошёл. Чё, это вообще уже какой-то дрифт получается. Ух! Чё-то чем дальше, тем... Четвертый, нифига она первая. Вообще сейчас какой-то вот одну очку было, я взял 3,7, блин. 8 очков уже. А у этих поров, офигеть. Двух балбесов. Так. Ладно. Что за трасса тут еще? По-моему, R11 будет. Ой, ё-моё. Так, это была 6-я, 7-я, 3 трассы осталось. Ой, 4. Ой, точно, R11, да? Да, R11 сейчас вообще будет слив тотальный. Вы чё, я по ней не ездил уже сколько лет. Ладно, квалификация. Один круг. Чудо вспомнить. Да, чемпионатик сложненький.
А, убрали здесь, как было в первой части, там такая отгородочка была, в которую как раз вылетаешь, если ошибся в шикане. Еще и никак в первой... Че это здесь такое? Откуда этот поворот? Я, блин, вообще... Конфигурацию ее... В третьей части, блин, не помню. И же ее тут изменили как раз, где вот этот самый страшный поворот. Да чё твою жопу-то так заносит? Так, дай мне своего слепстрима. Бегущий прямой. 2.10. 2.07! Ого! Кошмар, она не знаю, сколько же она быстрее здесь. 3 секунды на ракете. Так, давай ты мне мешать не будешь. Свое взяла уже, свой пол, блин, отвали нахрен. Вали отсюда. Ой, тварь. Сейчас будет всю дорогу же, блин, портить. Так, вот этот вот, резкий прям такой левый поворот. Конечно, нет. Изменена вот эта секция. Опять же, хотя бы не будь тогда последним. Она на 3 секунды быстрее, чем второй за ней. Уже на 4.8 отстаем, блин. Но все равно на последний. Хотя, черт его знает. Трасса, блин, длинная, сложная. Я не думаю, что она там очень плотно расположилась. Пятый, Семь секунд. Почти семь, чуть меньше. Жесть. Кошмар. Концовка чемпионата просто сливается в одни ворота. Тихо, целика шла. Так.
даже, блин, толком обойти ее на старте не могу. Еле-еле обошел, то она сейчас до первого поворота снова вперед. Тихо ты, куда тебя нахрен? Занос-тов такой. Тихо, да чё его так шкивает-то? Блин, чё-то ему на городских трассах, блин, прям жёстко шкивает. Надо, короче, вот как-то так с ним Кармагеддон тут устраивать. Она вообще, она напрямую просто, насколько она быстрее. Что произошло-то? Я даже на суперспидвее, блин, ехал быстрее. Вы чё? Как так-то? Где мощности у нее взялись? Чё за бред? Она и наезжает вон прямой. Где прокачалась-то, а, подруга? Понятно. Жесть! Ой, блин, перетормозил, ой, дебил. Ай, нет, 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 нет. Ой, блин, вот это косяка упорол. Взял еще на тормоз, нажал, думаю, буду бок о бок с ней. И бахну ей в эту. Ой, ёлки-палки, ой, запинали. Вообще все так нормально было. Все, вот это слив уже конкретно. До последнего ведь держались, елки-палки, до последнего прям вот остались там два поворота. Такие моменты, сука, они самые обидные. Какой кэнсел, блин, а еще, конечно, нет. Капец. Сколько? 15 очков уже. За 3 года. Это
Это прям чудо должно произойти какое-то. Вот это гоночка. Она на 7 секунд была быстрее, и, блин, мы ее сдерживали. Что за трасса? О, Apricot Hill. Apricot Hill. Ладно. Настолько быстрее, конечно, ее можно было где-то, допустим, подзакосячить там. Она в миг выходит снова вперед. Что-то на первых трассах не было такого, там где-то даже Форды с ней типа на равных стоялись. А на суперспидвее они даже... Ладно. Ну реально, середина, по крайней мере, проиграна по большей части из-за того, что эти трассы уже не могут. Сиэтл вот был сливной и R11. То, блин, R11 прям шанс был. Забыл. Ай-яй-яй-яй, сейчас еще
8. Шанс есть, если в начале ее, допустим, как-то подзакосячить, пройти. А дальше все, она в отрыв уходит. И ей никто не мешает, все. Даже догнать. Вот сейчас уже максимум, на что можно рассчитывать. Второе место. Мелкие, блин, неточности. Все, чтобы победить, надо идеально ехать. Ну вот. А мои слова помните в начале, да? Что даже перекачали мы Sky. Оказывается, это не так. Если бы мы на лошади даже не качнули, ну, чуть-чуть, да, буквально. Реально такое впечатление, что в начале вот, и в конце это две разные машины. Такое впечатление, что ее, блин, дорабатывали по ходу чемпионата. А я какой-то такой остался. Я уже вот даже кордом сливаю. Что первый, там, второй, четвертый. Последний гонки вообще буду на круг оставать. Так меня и эти два товарища догонят. Так, все, сейчас она оторвалась уже настолько, что ее даже чисто математически не догнали. Так что Сильви можно поздравить с победой. Сколько? 22 очка. И впереди две гонки. Максимум у нее можно 18 набрать. Капец. Интересно, тут за второе место дадут какие-то деньги. Так, что сейчас за трасса? 5 Trail Mountain, что ли? А, да, Trail Mountain, правда, получается. Чё, блин, даже 10 разных трасс не наскреблось, а чё Deep Forest бы поставили? Зачем делать? Хотя ладно, чё. Поедем в обраточку. Тут, по-моему, и начались наши скиллы как раз на Trail Mountain. Вторыми. Триали. То есть были только медленнее Сильвии, причем не намного, да? А посмотрим. Капец, такой длинный чемпионат и сложность с собаками. Короче, придется.
придется его перезаезжать еще и. Тем лучше, да? Больше гран-туризма. Даешь больше гран-туризма, даешь больше сливов. Надо, блин, добивать эту бибиму РПП. Надо было все-таки, наверное, сначала идти добивать чемпионаты там. Там есть чемпионат Silver Arrow. Остался потом, что еще там? Алтезу надо будет купить, Алтезу митинг. Что-то еще третье. А, и жука. Ваги купить. Три чемпионата перед этим последним стало таким. Как раз повспоминал бы трассы немножко. Все-таки, блин, реально перерыв здоровый и даже какие-то трассы. Ну такие, которые везде есть. И стоявшиеся. Подзабыл. Машины запаса большого нету, чтобы за счет где-то мощности вывести. Ехать прям вообще идеальненько. Вай, спасибо. Форсажи. Тихо-тихо. Чем ты меня пихаешь? Чё, шестой? Ё-моё, ладно. Чё тут уже? Поехали, шестой так шестой. Перед смертью не надышишься. Чё-то да, по всем статьям. Сливал меня там последний. Последняя трасса, походу, ещё и Deep Forest будет. Запинайте вы ее там, запинайте, что-нибудь с ней сделайте, вас там трое, елки-палки. Так, надо первый поворот проходить, ё-моё, чё вы миндальничаете? Ухо, хорош мне в задницу долбить. Ох ты, как она меня по внешней прошла. Кошмар, это разгром просто. Как так? Улез
зависает. Чёртик, ё-моё. Ну и чё? Ты быстрее, да? Мощнее? Ай-я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 й. Ух ты, она все равно здесь. Да вы гляньте, что творит. Так, тут она меня по внешней собака пошла. И опять хочу то же самое сделать. Блин, она здесь. Вот так же можно было на соплях, конечно, вывести и родину, кстати, блин. Капец, она просто в каждом повороте атаковала. Ну такой небольшой реванш у нее взяли. Мне вот что-то теперь уже кажется, может, это что-нибудь вглючило игруха, и здесь все должны были быть вот такие машины, ну, классовые, это Сильвии. Что вот эти раллийные машины, они тут как-то это, вообще соперники сливаются. Даже я не про себя говорю, а вот про нее, она на голову сильнее. Шмарики. О, ну хоть денег возьмем еще. Это тоже немаловажно. Взять деньжат побольше. Так, Exit. Так, ну и последнее. Чё у нас там? Десятая гоночка. Либо Deep Forest, либо R5. Нет. Так, чё это? Это не Deep Forest. Что это за трасса? А, Grand Valley, ё-моё. Гранд Воли, да, точно. Хорошо, с пивой. Так, ну здесь посмотрим. В принципе, тоже можно дать последний бой. В принципе, для нас эта гонка вообще, по-моему, уже ни черта не значит. То есть мы свое второе место уже не потеряем, даже если это последний бой. И впереди ее не догоним. Никак, ни при каких раскладах, поэтому, в принципе, можно приезжать к тем уровням, конечно, вряд ли на последний, напоследок, построили как примете. Мне даже вот потом, сейчас чемпионат полностью пройдем, даже чуть-чуть проанализировать. Просто были гонки, где вообще без шансов, ну, вот в таком режиме, без там тренировок каких-то. А еще и от физики отвык. Разных трасс были бы. И можно тут привыкнуть. В прошлой серии, конечно, поездил, но это то было ралли. Совсем другое дело. Когда такие вот гонки на соплях буквально, тут каждая мелочь важна, каждый нюанс. Минусов. Трассы подзабытые, физика тоже подотвык. Не могу ехать в полную силу.
выжимать все из Скайя. Одна десятая на вычу первого сектора. Что-то с чем-то. Такого не было давным-давно. Что так быстро? Да, так низко просто. Вот этот поворот они здесь изменили. Из двух частей состояла сейчас они его. Третьей части сделали одним таким сплошным поворотом. Уходит потихонечку. Место взять. Ой, а тут 2 секунды, ничего себе. Грузенький сектор, секунду. Да куда тебя выставляет? Ладно, иди, иди вперед. Ладно. В гонке, в принципе, шансы, я думаю, есть. Побороться. Если так же делать, как я мало, сразу не буду. Выйти вперед. А благо первый поворот у нас медленный и сочный. Чё ты вот ее в задницу так вышел бы чуть-чуть правее. Ой, дебил, закрывать траекторию надо, она же сейчас тебя... Всё, уже прошла. Ладно, его я и помешал. Вообще читерская она здесь машина. Она единственная вообще здесь, кто прям приспособлен к этому чемпионату. Это единственная кольцевая машина. У меня Sky такой еще не докачанный до этого. Она полностью готова. Эти раллийные вообще непонятно, как они тут ездят. Она прям, это ее стихия, ее трасса встроена под это дело. Пошла просто в отрыв. Так,
секторе она не сильно бывает. Этих плавных скоростных и среднескоростных она хороша, конечно. Да куда тебя выставляет? Сочка. Еще и форму прошу. Последняя гонка в три круга. Вручную сделан чемпионат, да? Меня подтолкнуло в диффузор. Да, отвалина. На этого вообще кадров пофиг. Фордец. Шуя. Ну-ка давай, чё, и вы меня мощнее, что ли? Да, накатывает даже форд, блин. Всё, мощности даже не доходим, блин. Как она проскочила? А, всё равно ошиблась. Зараза, на выходе. Так, суть-то дело, этот, блин, уехал у нас. Между собой. Мешали. Оторвался Форд за это время. Еще и ты меня прошла. Ну дайте еще четвертый кружок. Ё-моё. Да уж, нет, мы сражались. Чистых побед взяла, превзошла на две чистых побед. Так, ну и чё, вот давайте подумаем теперь, блин. Шансы у нас, в принципе, были на победу. Где? На R11. В Сиэтле там вообще без шансов было. Хорошо, что хоть четвертыми переехали. А чё там, где ещё? Закосячил, блин. Там тоже, кстати, на Эприкат Хилл шансов не было, она намного была быстрее.
Интересно, почему такая разница получилась между вот начальными гонками? Там мы даже быстрее были, в принципе. Неужели из-за того, что... Что там за трасса? Рим... Ой, не Рим, Токио. 246. Я его плохо знаю, наоборот. А там удалось выиграть, я даже сам удивлен сейчас. Суперспидвей. Удалось взять. Мощнее, но там такая, да, трасса специфическая, потому что они в поворотах там достаточно много теряли. Вот, дальше что у нас? Real Mountain? А, ну дальше все, у нас победы и нет. Возможно, было только, наверное, 11, и вот еще победу были в Real Mountain. Ну там, да, там трассы были. Поэтому получилось вот так, как получилось. Next. А чё next? А. Чё next? Даже денег не дадут, наверное, за второе место. Damn. Хоть двойку бы нарисовали. Series Race. Или там кубок серебряный. Да, вот получается победа-победа, потом ряд вторых мест. Три, да? А, ну на Лагуне Секи там... Тоже все было очень близко. В принципе, тоже можно было там победить. На Мидфилде. Блин, ну да, сложно что-то. В принципе, вот на этих трех там можно было как-то победу вырвать. Еще. Если бы у нас было, конечно, 5 побед к ряду, то вот там стать бы. Наверное, 11, да, вот можно было победу выиграть. Здесь без шансов. Здесь победа тоже выцарапана была. В другой раз может все получиться по-другому. Ну и на Гранд-Коле такое тоже. За счет того, что мне удалось пройти, там удалось попихаться. Ну, Форда выпустили. Короче, да, чемпионат, конечно, мощный получился. Ладно. Будем тогда перезаезд его делать. Интересные гонки получились, боевые, поэтому не хочу я как бы что-то там типа. Ой, все плохо. Не выкладывать эту серию. Как получилось, так получилось, в принципе. Второе место, что, нормально. Перезаезд сделаем, и все будет норм. Так, вот я говорю, у нас в бигинере остался жук. Вот, потом пошли. А, Виц еще, да, вот. Виц, Ярис, Алтеза и Серебряные Стрелы. Ну, думаю, на эти 4 чемпионата тоже пару серий можно будет убить. Вот, пару серий их, потом перезаезд, и у нас бигинер будет закончен. Тогда уже можно будет, наверное, идти в этот Цензио Интернешнл проходить. Потому что сейчас пока особого смысла в ней нету, но она реально нужна вот. Профессиональной линии, по-моему. Тут уже и супер лицензия где-то простреливает. Да, вот последний, да. Ладненько. Все. Блин, машину не дали, так как-то непривычно, что в конце серии не посмотреть, что за тачка у нас. Вот. Не, ну неплохо. Получается, сражались все-таки, наверное. Вот получим, когда потом эту Сильвию. Надо будет посмотреть, сколько у нее лошадей. Сильнее ли она? Ну, мне кажется, она мощнее, мощнее. Она, потому что отрывалась и на прямых, и на выходе из поворотов. И, естественно, на трассе стояла лучше. Я говорю, она, блин, единственная была тачка, которая вот реально для этого чемпионата. Поэтому, собственно, она и выиграла в одни ворота. Ладно, на этом давайте попрощаемся. Надеюсь, что вам серия понравилась, такая боевитая. Ну, не удалось выиграть. Ну, что ж, бывает, это гонки. С вами был, как всегда, Скудер. Канал Ни Слова об Играх. Увидимся в следующей серии.